Выходные в стиле хип-хоп, вок и хаус. В Иванове прошла танцевальная конвенция «Стартап». 9 мастер-классов от ведущих презентеров России. Несколько часов движений без перерыва. Этого события в танцевальном мире ивановцы ждали давно. Это очень замечательно, это очень прокачивает, очень заряжает, помогает танцорам в Иванове знакомиться с другими танцорами из других городов и делиться опытом друг с другом. На самом деле очень приятно, потому что стартап раньше проводился каждый год, потом был какой-то маленький промежуток времени, когда этого мероприятия не было, и сейчас он снова в силе. Вот, мы безумно рады, потому что реально, как Марина сказала, есть возможность перенять опыт у танцоров с других городов, вот, насладиться танцем, танцевальные выходные, в общем, чувствуем себя прекрасно. В этом году на участие в стартапе зарегистрировали 130 танцоров из Ивановской, Ярославской и Московской областей в возрасте от 7 лет и до бесконечности. Как уверяют организаторы, танцам все возрасты покорны, и не важно, что уровень подготовки у всех разный. Круто, что у них у всех огонь в глазах, и они, несмотря на то, что корячится, что-то у них не получается, бесится, там, может быть, обвиняют меня в том, что что-то им неудобно и так далее. Тем не менее, они стараются, они пробуют, они танцуют, и, ну, если есть стремление, значит, что-то получится. На каждый мастер-класс отводится всего час. Это совсем немного, а потому на презентера ложится огромная ответственность за короткий промежуток времени донести до людей максимум информации. Не только проявить себя как хорошего исполнителя, но и продемонстрировать педагогическое искусство, чтобы присутствующие заразились танцем. Такие образовательные программы, они очень сильно поднимают уровень танцевального мастерства и вообще очень мотивируют ребят, молодежь, детей, потому что здесь очень универсальная аудитория, вот, к творческому и танцевальному развитию. Танцевальная консерватория «Стартап» полезна не только тем, кто начал заниматься совсем недавно. Профессионалам тоже есть чему поучиться на этих занятиях. Ведь танцы – это такое искусство, в котором не может быть границ. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.